Экономим не только время, но и деньги. Оплатить госпошлину через портал госуслуг можно с 30% скидкой. Только за первое полугодие 2019-го воспользовались скидкой более 34 тысяч жителей Чувашии. Чаще всего обращались за регистрацией транспортных средств и прицепов к ним, записывались на автоэкзамены и получение водительских удостоверений. Нововведение распространяется на популярные федеральные услуги. Получение или замена российского паспорта, загранпаспортов нового и старого образца, регистрация брака и ряда других. Для получения скидки необходимо подать заявление через сайт госуслуги.ру, дождаться, пока ведомство выставит счет, и оплатить госпошлину без наличия. Личным способом. Скидка учтется автоматически при оплате и действует только для физических лиц.